Ну, наконец-то, Слендрина X, 10-я часть Слендрины. Мы прошли все, проходили все, просмотрели все, пугались вместе. И вот уже 10-я часть, друзья. Последняя у нас была The Forest. Довольно-таки неплохая часть. Поиграли, так попугались. Настало время этого. Я уже почитал здесь помощь. Тут нужно найти ключ от замка какого-то. И... нужно находить другие ключи, а также избегать мужа и питомцев его. Ну и, конечно же, избегать Слендрины. Конечно, конечно. Хорошо, давайте, погнали. Возьмем пока изи, вдруг так. А потом уже попробуем на харде пройти. Может быть. Я еще не знаю, что меня ждет, честное слово. Я еще ни разу не играл, не включал. Вот сейчас просто при вас будем это проходить. Оно загружается. Хорошо, ребят. Давайте. Вот, я просыпаюсь. Вот это нормально. О, а какого хера? А где я? А где я, бля? А где я, бля? Где я? Так, о! Ух ты, какая чувствительность тут. А что, у нас есть настройки? Настройки есть. Так, чуть ниже, ты чё? О! О! О, отлично. Что делать? Что за хрень? Слендрина, ах ты ж такая сучка. Ладно. А чё, как выйти? Камень? Чего, бля? А там ничего нет? Что за хрень? Ага, ну все, сейчас выберемся. А давай открывай, сук! Открывай, бля! Откройте! О, открыли. Открой. Ку-ку. Какая лампочка. А, да, кукол в обнимашке прям. Типа, я скучала по тебе, и я обниму. Так, хорошо. Ух ты, как темно, слушайте. Я ничего не вижу тут. Тут пусто. Тут тоже пусто. Это что? О. Нехило так комната. Ладно, идем. О, лестница. Подъем. Это так надо? Да, кажется, да. Здрасте. Ага, все, карта первого этажа. Я должен выбраться отсюда. Согласен, бро. Давай. Пианино, можно поиграть. Белые розы. Это что? Это я где? Это я вышел в коридорчик. Хорошо. А вот сюда мы идем. Ты ж скотина, ты такая, не пугай меня так. Не надо. Ключик. Изи ключ. Вообще. Идем дальше. Это как я иду? Да, все, все, все правильно. Это шкафчик. А, тут. А он сам закрывается. О, тут прятаться можно. Хорошо. От кого? Я, наверное, от мамки. Ну, от мужа. Я не знаю, будет он бегать в этот раз. Хотя, думаю, да, должен. Опять кроватка. Кроватка. Очередная кроватка. Они тут любят спать, я смотрю. Везде есть кровать, обязательно. Это на интимные намеки, друзья. Итак, подмигивайте все. Так, все, идем. Так, мы по центру уже. Мы уже по центру пришли. Так, опять кроватка. Ладно, пойдем дальше. Идем. Идем. Я использовал ключ. Окей. Часики. Ау! Ты чё? Часы, которые дамажат, охренеть вообще. А ну иди. Пока что спугать только Слендрина, я больше тут никого не вижу. Опять кроватка с шкафом, где можно спрятаться, а тут пусто. Ладно, идем дальше. Это первый этаж, в принципе. А тут я еще вижу какой-то круг, и мне кажется, это лестница. И вот еще лестница, там тоже была странненько, ладно. Это чё?
Ага, значит, когда я подошел к тебе впритык, ты, блядь, меня не заметил. А здесь так сразу норовил. А что делать, что делать, что делать? Шкаф, шкаф, быстро. А его видно тут? Чувак? А, все нормально. Паук даун. Паук спайдер даун, блядь. Спайдер даун. Даун спайдер. Поворачиваем сейчас налево. Правильно? Правильно. Он вообще тут что-то ходит. Понятно, теперь от кого надо убегать, в принципе. А тут я не был. Это чё? А, это обычная комната тут. Шкаф. Хорошо, все. Шкаф. Только шкаф. Это чё? Пустая темная комната, которой ни хрена не видно. Ну, можно, наверное, спрятаться тут. Так задумано, я думаю. Погнали наверх. Да. Ух ты, спиральная лестница. Прям с Вендри... Ой, боже, Ice, The Ice напоминает. Тут еще этаж выше. Лоу, ладно. Карта поменялась. Теперь у нас тут по меньшей мере комнат. А! Летучие мыши, как всегда, молодцы, блять, ненавижу, падаю. Дверь заперта. Ладно. О, это чё, какой? Ты кто такой? Я уйду нахрен. Ты Они чё, баганутые? Это чё прошло? Это был муж, ребята, он тут не один. Он здесь не один. Он хочет съесть меня, выпить всю мою кровь. До дна, тварь, до дна. Ладно, идем. Чувак, чувак! Чувак загрелся. А вот чё делать? Вот что сейчас делать? Там шкафчик, я понял. Сейчас я... О, нет, ты, сука, помешала, тварь! Чувак. Маневр! О, не ударил. Маневр. Сейчас резко забегаем в эту комнату и шкаф. Быстро! GG, бля. Вообще изи. О, сука, ты падла, какого хрена ты там ходишь? Ненормальный. Вообще. Ушел? Блять, я ору, блять. Шкаф, быстро в шкаф. Чувак, тебе надо, бля. Это открывается? Ого, ну конечно же, в Вендрине будут открываться такие ячейки. Обязательно. Да, бля, весело. Не, классно. Вот это реально лучше, чем The Forest. А, так, я был там. Все, идем дальше. Ой, бля, я не могу. А тут двери нет. Тут ни хрена нет. Тут просто пусто. Ой, фу. Сейчас она не откроется, ребят, стопудово. You need a special key to open this door. Конечно, я должен иметь специальный ключ. Это же синяя дверь. А если бы она была такая вот, коричневая, из настоящего дерева, конечно бы она открылась сразу. А так она ж синяя, блядь. Ладно, идем. У меня есть ключ. А, он, кстати. Кстати, я уйду. Он что-то там баганулся, немножко ходит в стенку. Есть у меня тут шкаф. Паук.
он просто пошел. Блять, хорошо, хороший день, блять, задался прям. Немножко перетупил. Падла, что ты такое? Где открывается? А отсюда мы вышли, тут можно спуститься в центре. И вот тут надо дверь открыть, там где спиралька. Ладно, давайте, ее нужно стопудово ушел. А мне в другую сторону. Все, пока. Открываем ту дверь. Посмотрим, тут что-то должно быть. Джи-джи. Здесь просто стол с самотыками. А, это свечи. Дверь заперта, конечно. Надо еще один ключ, походу. Так, надо запомнить, значит, это второй этаж ванна, идем на третий. Идем на третий, не смотрим на эту дуру. А процент-то падает. Я могу не успеть пройти. Ладно. А здесь открывается. И опять стол со свечами. А вот здесь... You need some tools to remove these planks. То есть мне надо найти лом, как я думал. Лом или кувалду. Что-то вроде... Ага, немножко поменялось, но в принципе то же самое. Хорошо, там заперто, тут заперто. Куда идти? Что делать? Я не могу ничего понять. Здрасте. Ключик? Не хотите дать ключик? Нет, не хотят. Ну, тут есть шкафчик. А эти дебилы ходят, я так понял, по всем этажам. Паук и его хозяин. Ключанский. Ну, ключом я могу открыть нижнюю дверь. Нижнюю дверь, да. Надо найти еще синий ключ. Тут просто шкаф со столом. Ага. Нет, синего ключа никакого нет. Special case же надо. Special нет. Есть special лысый. И special... Spider Down. А еще и Special Сандрина! Да, ты, детка. Как же ты любишь сзади появляться, а? Это что у нас? Ага, давайте. Нет, ключа не надо было. Опять с пианино поиграть не могу. Тут проход вниз. Окей. Это чё, урна? Это чё? You need some kind of handle. Не понял. Дверь заперта, ключом не открывается. Охрененно вообще. Хорошо, погнали дальше наверх, я не вижу. Потом сходим вниз, откроем вторую дверь, там на ключ, которая закрыта, и... В принципе, пойдем. Что здесь? Ку-ку. Никого. А, здесь просто уже все нормально. А что тут вообще? Это гробик. Хорошо. Я не успел прочитать, что там написано. Ну, короче, можно тут полежать, ребята, отдохнуть после игры. Я должен найти ключ от сундука. Ребята, у нас есть синяя дверь. У нас есть запертая дверь там. Тихо, иди нахуй.
У нас есть запертая дверь там. У нас есть тут сундук. Это пипец. А у нас еще забаррикадированная дверь с урной. Охрененно! А, чё я иду? Я вниз сейчас спущусь, и мы откроем вторую дверь. Ну, что-то же должно быть. Я больше выхода не вижу. У нас есть два ключа сейчас. Я думаю, мы сможем сейчас как-то открыть. Вот нам как раз надо идти вон туда. У нас забаррикадированная дверь, чтобы там ломом или молотком, помните? Вот здесь, в такой же самой комнате, только этажом выше. А вот тут мы сейчас откроем. Я не знаю, что тут. А ну, открывайся. Давай что-то полезное. Тёлка! Бабка! Бабка! Бабка, боже, что они с тобой? Да что вы делаете, животные? Тёщу так родную и мамку. О, синий ключ, мамка, спасибо. Так он что-то немножко беленький. Ладно, не буду говорить почему. Только взрослые поймут. Ну, только самые такие пошлые взрослые. Может, и дети тоже поймут. Ей плохо, блин. Да вот дайте же ей по... Боже, бедняжка. Кошмар. Оце семья, блядь. Оце молодожор. Не. Ну, це молодожоны. Хорошо, синий ключ. Он на этаже, на этаже. А здесь есть у нас? Да, есть. Все нормально, мы зашли в шкафчик, и нас тут никто не найдет. Это ж хорошо. Надо по-тихому. Ждем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Open, блядь. Ну понятно, где он ушел. Открываем синюю дверь. Давай. Чё тут? Бумажка. Bookshelf. Книжная полка. Книжная полка? Серьезно, и что? Где тут у нас была? На третьем этаже была, помните? На третьем этаже была книжная полка, кажись. Просто там стояла. Может, сходить к ней? Ну, не знаю, или там было открыто... Проем был открыт, помните? Я не помню. Не туда иду. Там был проем открыт, кажется, тут или там. А, мы сейчас как раз с него подойдем, посмотрим. Книжная полка это или нет. Букшелф, блин. Ну ладно. Букшелф так букшелф. Bookshelf, сука. Вот bookshelf. Ну и что, и нифига. Погнали наверх, там тоже были полки. Будем искать сейчас. Ну, книжная полка. Ну, там, наверное, ключ. Стопудово. Так, где ты? Стоп! А, все, я понял. Все, я понял. Вот, тут закрыто, тут тайная комната. Охрененно придумано. Давай, отодвигайся. Ломик, все понятно, куда нам идти. Ничего лишнего нет? А, хорошо, еще есть ключ. И вот как раз тут мы идем за баррикадированную дверь. И здесь мы что-то откроем. Классно, анимация такая интересная, как в Амнезии прям. Не, мне эта часть нравится больше остальных. Пока что мне все нравится так интересно, слушай, даже иногда страшно. Правда, не хватает таких старых добрых скримеров, как вот из двери, я не... Подвал. Ладно, теперь нас отправляют в подвал. Иди ты нахрен, задрава. Задрава меня! Как нам спуститься лучше? Там мы не спустимся. Ну все, я понял, сейчас выйдем. Сейчас все нормально будет. Все хорошо. А, я хотел упасть, не вышло. Продумано. Ниже надо. Иди в подвал. Он сейчас решил на меня обратить внимание.
А, все, я... Ага! Оооо, вау! Ты чё, бля? В смысле, оно показывает букшелф? Идём к букшелфу тогда. А чё, тут ничего нет? В этой комнате тоже. Оно баганулось. Воу. Всё, к подвалу, ребят. Нас отправляют в подвал. А что там? Хрен пойми. Это неизвестно нам. Но мы скоро узнаем. Блять, надо было так пройти, там же ж можно было. Ладно. Накрутил кружок, Богдашка, так что всё хорошо. Зато погуляем. Беспалевно, блядь, они немножко баганутые. Ой, блядь. Так и чё? Чё я в этой пещере-то забыл? Записка. Вы задрали меня везде водить. Вы чё? Нельзя сразу сказать, на пианино, блядь. По запискам мне дают. Оно не на этом этаже, хотя тут тоже есть пианино. Давайте вспоминать, где у нас была пианино. На первом этаже было. Везде, блядь, было пианино. Понимаете? Везде. Давай сюда. Нет, пианино. Но здесь можно подняться. Я надеюсь, мне на карте обозначат, где пианино вообще. Да, да, все. Третий этаж. Ачаев. А. Аш. С. А. Е. Ф. А. Аш. С. А. Е. Ф. You found a handle. А нам писали, что в урне, та урна, типа, you need something. Звуки странные. О! А, вот оно как. Как оно все хитро устроено. Тут ничего нет. Ну все, пошли наверх. Ха, видите как. Ладненько. Чердак. Прикольно, слушайте, классно. Chest case, все, идем наверх. Вот здесь круто. Тихо, погоди.
и как мне успеть? Ну, погодите, мне еще надо сюда вернуться и, видать, кинуть. В сундуке будет что-то такое, наверное, что нам надо сюда кинуть. Окей, значит, надо сюда еще вернуться. А тут уже будет ключ, ребят, по любасику. Как они тут замудрили все, а? Ты посмотри, сколько загадок. Я еще столько не видел загадок, честное слово. Раньше было просто найди 8 книг и все, и уйди. А теперь тут вообще... Раньше, в прошлой части, надо найти 8 ключей для гроба. Кажется, да. И открыть идиота. Идиота открыть! Иди нахрен. А вот и вам, наковальня. И как вы думаете, для чего она нужна? Правильно, чтобы положить эту хрень вот туда, на ту плитку, и войти в комнату. А потом эту наковальню кто-то бац, уберет, и все, и мы остались там навсегда, пока какая-то Свендрина не наступит. Да, как-то так. Идем. Скоро конец, ребят. Скоро будет конец. Мы почти выиграли. Я уверен, больше секретов не осталось, остался только один ключ. Ну, он лишний, наверное, не знаю, возможно. Все. Сейчас будем призывать сатану. Я взял книгу, и экран потух. Что? О, что за хуйня? Что происходит? Что, блядь, происходит? А, я Сандрину убиваю. Тетки, вы чё? Бля, хват! Это последняя часть, походу, ребята. Мы убиваем Свендрину! Мы убиваем Свендрину! Зачем эту фигню? Классно! Последняя часть, друзья. Мне кажется, это реально последняя часть, если мы так делаем со Свендриной. Тихо, ХП мало. Круто, круто! А где ее ребенок? Ведь может быть продолжение про ребенка ее. Немножко осталось, ребят, немножко и мы победим. Сейчас я немножко отхилюсь. Крутизна! Вообще круто, круто. Давайте, ребята, мы сможем ее загнать в книгу. Мы сделаем это, наконец-то, за 10 частей. И мамку уберем. Мы ее отправили в книгу. Ключ. А куда бежать, блядь? Это что за хуйня? Блять, у вас много хуйни.
Это что такое, брат? Вау! Чувак, все, я убил твою женушку, иди нахуй. Меня кокнули! Пауки, два паука! Чуваки, что происходит? Что, блядь, его происходит? Где карта моя? Я хуй знает, куда бежать, ребят. Блядь, ху-ху! Вот ты видишь это, ты видишь, да? Они прям кучей давят тебя. Это капец! Я такого не ожидал. Чё, бро? Еба быстро! Охренеть можно! Вау, браво! Браво, мы победили! Браво! Браво! Это круто! Это круто! Это финальная, видать, часть Слендрины! The end. 10 частей, друзья. 10 частей. И мы в 10 части убиваем Слендрину. Все умирают, кто там были. Кошмар. Но ребенка-то нет. Это, ребят, пасхалочка. Ребенка-то нет. Вот вам теория. Ребенка нет. Будет еще Слендрина. Обязательно будет 11 часть. Потому что еще ребенок остался жив. Он не умер. Он отпрысок куда-то убежал. В канализацию. Да, я на этом буду заканчивать, мне понравилась самая лучшая часть, которую я играл, самая-самая лучшая. Я буду с вами прощаться, друзья, всем пока, супер. Да, аж грустно стало немножко, ну ладно, до следующего раза, друзья, всем пока.